такие только быстрые контратаки. Сочится шайбой. Это Игорь Игнатушкин. Под бросок и гол. 3-1. Ну, стоп, плюс. Да, плюс. Давайте еще раз посмотрим, что же здесь было. Вот такой диагональный пас в чужой зоне. Бросок. Да, подставление клюшки, по-моему, было. Ну, давайте еще раз посмотрим. Такое впечатление, что ее коснулся Андрей Костицын. Игорь Игнатушкин. Нет, скорее всего.